Амат, как слышно? Обещанной авиации не будет, пока мы не захватим посадочную площадку. Мы нашли подходящее место рядом с тобой. Сейчас передам координаты. Захватишь площадку, пришлю поддержку. Ясно. Где-нибудь слышно за мной? Нет. Остаюсь на связи. Намат, штаб так и не выяснил, куда подевался генерал Кхон. Возле тебя есть офисное здание. Сейчас сброшу координаты. Там ты наверняка сможешь что-нибудь узнать. Например, где они держат заложников. Новое доп-задание. Скопировать данные в офисе. Так, заходим. Стрикленд, я нашел офисное здание. Попробуй войти в их тактическую сеть. Да, но сначала нужно здесь все зачистить. Ух, блин, там еще корейцы. Давай, давай, вот так по одному выходите. Нифига, четверо. Офигеть. Офигеть, ребят. Так, патроны берем. Опять корейцы. Да сколько можно? Копирую данные. Копирую данные. Отлично, сынок. Теперь мы точно знаем, где Кхон. Он в шахте, заложники там же. Посмотри на карту. Твоя задача освободить людей. Выполняем. Так, ну это я сделал, в принципе... Подожди. Для того, чтобы взять новый гранатомет. Ну и... Короче, давайте отсюда через второй этаж. Погнали. Блин, еще и танк поехал. Так что, получается, мы с вами вовремя отсюда удрали. Теперь сразу в зеленку. И можно немножко расслабиться. И давайте посмотрим. Да, пулеметчика, пехоту. И самое интересное, нас никто не заметил. Теперь поработаем с нашей пушечкой Гаусса. Поставим штурмовой прицел. Это у нас дальние цели. О, бежит, бежит. Ну все. Как говорится, неплохо. Короче, давайте вот сюда. Здесь у нас какой-то промышленный комплекс. Подожди. Патроны? Да, это, конечно, надо взять. У нас максимум боеприпасов. Да, дело плохо. Ну, сейчас давай попробуем здесь забраться. Я почти на месте. Тут полно корейцев. Вы уверены, что здесь можно садиться? У нас нет выбора, сынок. Возьми площадку под контроль, и я вышлю авиацию. Да, конечно, легко сказать. Давайте посмотрим, чем здесь поживиться. Возьмем гранаты. И там кто-то очень ожесточенно стреляет в нашу сторону. А, это кореец. В суперкостюме. Ах ты тварь. Сзади хотел нас убить. Да плюнь ты! Так. Вот так. Ну давай, 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 последний. Да. Ну, короче, получается где-то 4 выстрела. Да, друзья? Ну чё? Просто посмотрите на мини-карту, сколько их здесь. Максимум силы. Максимум брони. С ускорением, надеюсь, перепрыгнем. Блин, опять суперсолдат.
Так, ну чё? Где еще? Сверху, конечно, их одно удовольствие расстреливать. Он уже близко. Граната! Ой, как здесь вас много. И знаете, такое ощущение, что они просто нас не видят. Кидаю гранату. Максимум силы. Осколочная. Максимум брони. Блин, нифига там вдалеке. Ну давай, поближе, поближе, поближе. Есть. Намат, разберись с корейцами. Авиация на подходе. Блин, еще один. Так, авиация. Короче говоря, ждем неприятностей. Но у нас при этом есть гранатомет. Ну и все. Минус проблема. Господи, как все просто, да? О, а это мы возьмем. Это мы с вами тоже возьмем. Ладно, будем спускаться. Давайте, уже не так опасно. Пойдем посмотрим. Причем где-то прям, ну, судя по отметкам, прям рядышком. Ах ты тварь. Вижу тебя. Что-то непонятно, промазал или попал. Успокойся. Yes. Не, пушечка Гаусса прям, прям что надо. Взять ублюдка. Взять ублюдка. Ух, это полная жесть. Была. 1-8, это Гриф 3-6. Захожу на посадку. На площадке все чисто, отбой. Вас понял, 1-8. Приготовьтесь. Это 3-6. Десант на земле. Занимаю оборону. Отбой. Намат, пойдешь вперед. Задача проникнуть в шахту и найти генерала Кхона. Мои ребята займут периметр. Как только ты найдешь заложников, я начну готовить эвакуацию. Удачи, сынок. Все, друзья. Задание выполнено. Блин, а здесь чертова подмога. Короче, давайте возьмем патроны для пушки Гаусса. Да, конечно, конечно, конечно. Слушайте приказ, морпехи. Займем оборону и будем удерживать периметр. Занять оборону! Живо! Ну! Ну что, давайте потихонечку двигаться к нашей очередной цели. Дальше пойдешь один, Номад. Удачи, сэр! Спасибо. Черт, что это было? Я у тебя хотел спросить. Что-то выпрыгнуло прямо из стены. Корейцы отступают. Это твой шанс, Намат. Прорви последнюю линию обороны. Вы знаете, меня, конечно, немного, ну, скажем так, напрягает. Потому что кто-то говорит Номад, кто-то говорит Намат. Так, но при этом у нас тут
очень большая проблема. Это как раз вот те твари, которые украли всех наших бойцов спецназа США. Да, получилось перепрыгнуть. Ну давай, 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 давай. Отлично. Будем надеяться, здесь у нас целый арсенал, да. Берем, конечно, боеприпасы для нашего любимого автомата. Так, неплохо. Ну, пистолет-пулемет. О! Ну что здесь? Потом поможем тебе, но придется подождать. Сейчас ты сам по себе, сынок. Понял. Ну, блин, как всегда. Ух ты, блин! Да, тут будет очень жарко. На тебе еще. Омат, это Гриф 15. Мы на месте. Прикроем тебя с воздуха, охота. Блин, опять тварь с пулеметом. Так, убираем еще одного. Ну что, можно, в принципе, пробежать, да? Погнали. Ну вот и все. Итак, мы с вами внутри. Я внутри. Отлично! Найди заложников! Время на исходе! Приготовься, Номат! Сейчас к главному входу прибудет подмога! Господи, боже мой! Там еще один! Может быть, опять пробежим? Ну да, придется. Номат, не вижу твоего сигнала. Включи прибор ночного видения. Нет, это не пробить. А, потому что нам сюда. Ну зачем так смешно кричать? Так. Вот, наверное, вход в шахту. А как же нам туда спуститься? Хм. Ребят, мне кажется, высоковато будет. Так. Ну, живой, да. Недостаточно энергии. И... Так, аккуратно, камнепад. Ну что, проходим? Генерал Холл, это безумие. Объект слишком нестабилен. Все может рухнуть. Я уже устал ждать. Максимум брони. Заряды на месте. Можно начинать. Нельзя. Сейсмическая активность, всплески излучения. Все это из-за объекта. Слышали, что сказал мой отец? Он хотел предупредить вас. Мы не можем ждать! Заряды готовы? Мы готовы. Включить детонаторы! Включаю детонаторы. Группа Альфа, внимание! Так, кажется, я поняла. Наконец-то. Я зафиксировала необычное электромагнитное излучение. Параметры меняются.
Там внутри явно что-то происходит. Послушайте, перед тем, как связь пропала, с раскопа пришел сигнал... Это уже не важно. Генерал, что-то передает сигналы в эту постройку. Нам надо выяснить, что... Хватит! Так, вот и убийца, который положил моих людей. Спасибо, что пришел. Взять его. Береги силы. Твой нанокостюм отключен. Твой путь окончен. Генерал, интенсивность излучения в храме стремительно возрастает. Хватит лицемерить, доктор! Мы все знаем, что это не просто храм. Разве ЦРУ будет интересен храм? Разве Пентагону будет интересен храм? Разве ему будет интересен храм? О чем вы говорите? Кажется, мы открыли самый мощный источник энергии в мире. Возможности безграничны. И ваше правительство тоже хочет проникнуть туда не менее, чем мы. Я этого не допущу. Черт, энергии мало! Держи напряжение! Время. Прошу, вы не понимаете, что вы делаете. Действуем по плану. Она права. Остановитесь! Вы убьете всех! Боже мой! Молчать! Группа Альфа, внимание! Смотрите на великое свершение! Взрывайте! Взрывайте! Нет. Ну, наконец-то! Да, пистолет-пулемет подойдет. Ну чё, Кхон? Он уже начинает стонать. Короче, здесь, в принципе, да, можно поставить броню, либо, наоборот, с помощью быстрого перемещения перемещаться от его выстрелов. Пока давайте с броней. Да-да, неплохо вжарили. И, к сожалению, больше у нас нет патронов, придется искать. Пистолет-пулемет. Очередной. Ждем с вами удобный момент. Ну все, 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 все. И вот так тебе. Кхон убит. Сюда. Так, лифт. Мисс Розенталь, надо выбираться отсюда. Похоже, выход где-то на верхних уровнях. Идем. Кто вы? Боец спецназа США. Мой папа. Он остался там, на раскопках. Он не выжил. Извини. Этого я и боялась. Дело плохо, блин. Что-то все начинает обваливаться. Ловушка. Здесь есть другой выход? Нет, вряд ли. Дома.
Я здесь, Елена Розенталь. Нужна эвакуация. Сможешь пролететь в пещеру? Черт, мама, не слишком ли? Ладно, жди, я снижаюсь. Открывается! Ниже нельзя, дома! Можем задеть стену! Подходи к обрыву! Придется прыгать! Давайте, леди, прыгайте, я поймаю. Сейчас! Держись! Номад! Гора рушится! Мы не можем оставаться здесь! Не бросайте его! Мы принимаем твой сигнал. Номад, выбирайся на поверхность. Мы тебя подберем. Ага, подберете. Ну, друзья, будем надеяться, суперкостюм нам поможет здесь выжить. Чудесно.